Итак, всем привет, с вами Реван Кабарк, и сегодня я вам покажу, как скачать новую версию Bandicam. Заходим по ссылке в описании на сайт Bandicam и нажимайте на эту кнопку «Скачать Bandicam». Также потом заходим на сайт, который также будет в описании и нажимаем на «Create Download Link». Также у вас, может быть, антивирус будет как-нибудь на этот файл реагировать, но не бойтесь, все под контролем. Запускаем сетап Bandicam, нажимаем «Да», и сейчас будет загрузка. Выбираем любой язык, какой вы хотите. Нажимаем «Далее», «Принимаю», «Далее». Устанавливаете путь папки, который вы захотите. Дальше нажимаем «Далее» и ждем, когда загрузится. И дальше скачка заканчивается и нажимаем «Готово». Как вы видите, новая версия Bandicam. Запускаем, больше не спрашивать, да. И вот, имеете новую версию Bandicam, конечно, она крутая. Далее можно протестить, как она записывает. Так, а теперь проверяем, что у нас записалось. Как вы видите, тут надпись Bandicam, это нам не подходит, поэтому мы идем крякать Bandicam сам. Так, уже можно закрыть Bandicam. Заходите в папку, который у вас скачался второй файл, который мы качали. И запускаем его. Когда вы запустили этот файл, у вас может эта кнопка быть не активированной. Чтобы ее активировать, нужно нажать правой кнопкой на этот файл и запустить от имени администратора. Нажимаем «Да». Все, как видите, уже все есть. И вводите здесь любые цифры и так дальше. Пишется, забывает, что аккаунт зарегистрированный в Bandicam. И все, закрываем. И запускаем Bandicam теперь. Нажимаем «Да». Запускаем видеозапись, чтобы проверить, зарегистрировалась или нет. Это хватит, и все. Проверяем. Как вы видите, надпись пропала, значит, уже зарегистрированы. Но вы не смотрите сюда, что пишет «не зарегистрировано». Все идет, как вы видите. Нет надписи, а в первом видео есть надпись. Вот вы видите. Все, на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео, и вы поставите лайки, подпишитесь.